А в СМИ была информация, что вам было губернатором передано тоже два трактора, да? Да. Дело в том, что они пока нам не переданы. Да, мы их получили, они пока находятся в администрации, буквально на днях нам их передадут. И она сразу выйдет на уборку сквера. А мы сегодня с вами сможем смотреть аптеку? Да, конечно, она стоит на базе, в боксе. Потому что там двигатели Lamborghini, они должны стоять в боксах.